сейчас вот приветствовать от имени губернатора Волгоградской области, правительства Волгоградской области. Мы приветствуем всех, кто приехал в гости на нашу Волгоградскую землю, а это более 50 регионов. Мы думаем и надеемся, что всех ждет впереди удача, но Волгоградцы вперед! Слово предоставляется члену Высшего наблюдательного совета Всероссийской Федерации плавания Марине Анатольевне Овчинниковой. Всероссийской Федерации плавания Григорию Павловичу Стадюку. Уважаемые участники соревнований, волгоградцы, гости этого спортивного праздника. Так уже сложилось, что в эти майские дни на протяжении многих лет гостеприимный Волгоград принимает под своими сводами лучших молодых атлетов Российской Федерации. Атлеты, которые прошедшие уже многие предшествующие по плаванию среди юношей пройдет в изумительном 50-метровом бассейне плавательный комплекс «Искра» в Волгограде. Как вы можете видеть его, он готов к этим крупным всероссийским соревнованиям. Я бы сказал, даже олимпийский год. Хотелось бы пожелать, чтобы у вас это была своя олимпиада, чтобы с этим соревнованием вы вступили на трудный, но очень интересный спортивный путь. И хочется пожелать вам олимпийского пьедестала и всего самого хорошего в вашей спортивной карьере. Видите большой экран, в котором транслируется открытие. Открываю открытие.